Всем привет, с вами Дизик. Знаете, существуют разные игры. Разные совершенно. Я повидал много разных игр. Они как бы были хорошие, как бы вообще отвратительные. Но эта игра даже, я не знаю, по эпичности это только. Ну, наверное, ну не с Чаком Норрисом, но это... Какой Чак Норрис на самом деле? Чак Норрис просто... Я не знаю, давайте просто покажу вам. Игра называется Super Duck Punch. Вот что можно делать в этой игре? Вот что тут можно делать? Конечно! Бить утку просто, знаете, какой злой, злой, боже, селезень какой-то злой. Так, у нас есть три кнопки управления, так, давайте. И мы играем за этого крутого, знаете, он напоминает, я не помню, как назывался. Ах ты, получи, знаете, перкот. Какой? Утка-то какая, стильная попалась, жирненькая такая, да, жирненькая совсем. Прям на жаркое пойдет, давай. Ты умрешь. Утка умрешь. Ах ты, блин, слушай, она больно бьет, давай по башке тебе, лбом тебе, давай. Блин, такая сильная утка какая-то попалась, даже не уверен. Во, нормально, давай, хорошо, такой брутальный. Это, по-моему, мужик этот круче, чем, этот мужик круче намного. Так, собственно, давайте проапдейтим что-нибудь, даже не знаю. Как его, регенерация, нет. Пожалуй, мы будем качать только атаку, атака это круто. Ребята, атака это круто, очень круто. И, пожалуй, хотя, блин, нет, лучше поэкономить денежки еще не дальше. Так, next fight, давайте next fight. Нет. Так, против морской свинки, конечно. Морская свинка это самое то, на самом деле. Это такие зверюги вообще. Я не представляю, как люди вообще с ними тысячу лет там уживались. О, боже мой, это что такое? Это что такое? А как я должен против этого? Ах ты, блин, такая сильная какая, а? Получать, блин, такая грызется еще, а, кусается. Это нужно будет от столбняка какие-то прививки делать, что-то еще такое. О, кусяка какая. Утя. Боже мой, как я перешел с такой няшности, такой брутальности. Боже мой, почему ты кусаешься? Ты все что, обделили там, где твое колесо? Давай, пошла на колесо. Главное показать свое место, тогда будет все хорошо. Так, прокачиваем еще атаку, мне кажется, теперь можно сердечко. Но даже не уверен. Мы получили две и как бы... Нет, пожалуй, нужно будет три монетки, то есть нужно будет еще. Пожалуй, еще, такс. А, это что такое? Гидра? Это что такое? Что это? Что это? Жираф? И что это? Гидра с головой... Нет, жираф с головой гидры? А как против тебя-то сражаться? Ах ты... Слушайте, это сильно на самом деле. Это сильно, еще как сильно. Тут нужно найти главное... Тут главное слабое место найти. Слабое место нашли, вот это вот и все. Так, я нашел, кажется, слабое место. Это хвост, нужно бить хвост. Так, хвост получай, давай, хвост. Так, давай. Ах ты, давай, получай. Ножкой. Ах ты, какая! Ах, какая гидра-то сильная попала. Нет, это уже скилл жирафа какой-то, так. Это так нечестно! Так нечестно! Лежачих вообще не бьют! Это, не знаю, даже элементарных правил не знаешь! Мразь такая, а! Оно пол... Нет! 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 Я буду жить! Я великий Петрович! Я буду жить! Жираф! Жираф недоделанный! Зоопарк тебя ждет! Нет! Нет! Как я это сделал? Боже мой, ладно! Так, Петровичу нужно помочь. Петрович, давай. Петрович еще может. Петрович. Я не знаю, почему. Все усатые мужики это Петровича. Боже мой, как это извращенно звучало. Ладно, опять качаем атаку. Я думаю, это самое крутое, что может быть. Да, пожалуй, это самое лучшее, что может быть. Ладно, попробуем, знаете. Так, нет. Попробуем, что можем выбрать-то. Знаете что, пожалуй, я выберу против... Боже мой. 100 Duck Sizes Horse. Это как... Это маленькие лошадки размера уток. Так. Хорошо. Петрович, давай. Убивай осликов, Петрович. Хорошо-то как, да? Вот пусть знает свое место. Ослы, вы что, сбунтовались? Вот это что вообще такое? Это что так... Вот почему они же должны там, не знаю, как-то людям помогать, а эти просто лезут на ринг против Петровича. Хотя знают то, что Петрович саму гидру! Гидру победил! Гидру с головой, с туловищем жирафа. Ладно. Даже не знаю. Пожалуй, не нужно вкачивать.
регенерацию или нет, или стоит. Пожалуйста, хоть стоит КП вкачать. Я не уверен все-таки. Ну ладно. Так, попробуем сейчас. Size hippos. Я не знаю, что такое hippos, но это что-то. Это хомячки размера. Боже мой, бегемотики размера хомячка. А, так, стоп. Эскейп. То есть они еще окружают меня, да? Окружаете! Засранцы! Ах ты, да погодите, они сильные-то оказываются! А чё ж вы такие сильные-то? А чё ж вы такие? Так, блин, а да они просто насилуют меня! Боже мой, бедный Петрович! Петрович, отбивайте, Петрович! Нет! Так, Петрович! Давай, Петрович! Петрович! Так, стоп. А почему Петрович еще жив, а как бы там его... Ну да ладно, Петрович должен жить. Что ж за бегемоты такие, а? Так, блин, они еще присасываются ко всяким местам таким неприличным. Эх, какие зверюги, присасываются, просто кровь, как комары. Просто нокдаун. Все. А на этом у меня, собственно, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. В эту игру можно поиграть на... Ссылки по описанию. Вот, собственно, а на этом все. С вами был Дизик. И до скорой встречи. Всем пока. И у меня такая будет просьба. Если я тут собирался пару хорроров поиграть, у меня такая будет супер хоррор. Я хочу вернуться записывать хорроры, потому что хорроры это так круто. И как бы хорроры. И еще раз хорроры. В общем-то, скидывайте либо мне в личку ВКонтакте, либо где еще. Страшные игры. Самые ужасные хорроры. Все что угодно. Страшные. Главное страшные. Чтобы мне было страшно играть, и чтобы я пугался, и чтобы... Боже мой, нет, не скидывай. Ну, в общем, по желанию, скидывайте или нет. А на этом, собственно, было у меня все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. И до скорой встречи. Всем пока. И хорошего настроения. Скоро 1 сентября, так что...